В Айхале Мирнинского района все готово для прививочной кампании от гриппа. Медики уже получили первую партию вакцины, составили график и проинформировали население. Подробности в материале Валерия Усманова. В Айхале началась прививочная кампания от гриппа. В этом году кампания по грипполу должна охватить 1700 жителей поселка. В течение рабочего дня обслуживается по 15-20 человек. Особым вниманием медиков пользуются люди, которым прививка необходима в первую очередь. Медработники, работники образовательных учреждений, детские сады, вот, ну, сотрудники. Потом лица старше 60 лет, потому что как бы они у нас... Часто болеют, может, защитный иммунитет слабже, да, значит, больные хроническими заболеваниями. Айхальцы осведомлены о действии прививочной кампании. Вакцинацию считают делом обязательным, полезным для укрепления иммунитета. Прививка все-таки необходима для того, чтобы нас обезопасить от различных заболеваний, которые идут инфекционные. И я считаю, что это прививки нужны, и мы делаем их всегда, и ребенку прививаем тоже каждый раз. Прививка от гриппа, ну и все, которые, когда ребенок еще маленький, мы тоже это все делаем. Потому что я считаю, что это необходимо делать всем для того, чтобы не было распространения заболеваний. Каждый, кто хочет обезопасить себя от инфекции, может обратиться в прививочный кабинет по месту работы или в поликлинику Айхальской городской больницы. Общеизвестные вещи, что профилактика, она дешевле, эффективнее, чем лечение уже развившегося заболевания. То есть это мировая статистика, личные наблюдения. На сегодня уже получено 700 вакцин, 200 для детей и 500 для взрослых. Первыми вакцинацию прошли медработники. В рамках начала прививочной кампании привито 130 воспитанников дошкольных учреждений и 100 школьников. После получения основной партии препарата прививочная кампания заработает в полную силу. Валерий Усманов, Александр Домонтович, Денис Хазов, телеканал «Алмазный край».